Короче, ремонт продолжается, да, блин? Вот, привезли мост, блин. Вроде вот живые у нас, живая полуось такая, да, нормальный подшипник. Подсальник, все тут хорошо, красиво. В общем, блин, продолжаем, блин. Мост копеечный еще, видать, наверное, еще эти колодки с эксцентриками. Так что, блин, Макс припер, Макс, привет. Так что, короче, будем, продолжаем, блин. Ну, сейчас соберу рушник, уже тросик новый поставил. Только теперь собрать колодки. Трос уже завел. Помыл здесь все красиво, блин, та сторона. Тоже там трос уже заведен. Ладно, будем собирать. Супер, короче, ту сторону собрал. Поставил вообще полось. Нормально поменял, другую поставил, короче. Все, ручник здесь уже есть почти. Сейчас еще подрегулирую. Трос новый тоже стоит, уже глаз. Так, ту сторону чуть-чуть надо подшаманить. Надо чуть-чуть витков подкусать на новом трассе, чтобы лучше ручник тянуло. Короче, ну, то ли 10 витков. Да, ну, штук 5-6 откушу. Короче, и на той стороне, на этой. И все тоже собираем. Колодочки еще, да, еще отличные. Сторона отлично сухая. А, планочка. Планочку вот эту поставлю, наверное, это. Она не такая еще. Там, мне кажется, будешь, короче, там будет лучше. Вот эту планочку надо поставить. И все. Ладно, собираем. Что, попробуем? Опа. Так. О! Мертво. Супер, мертво еще надо поубирать. Еще полось в запасе. Так, а эта сторона. О! И это мертвая. Так, ручник, все. Подреглю, пока покатаемся. Потом еще чуть-чуть. Подтянем, трос усядется. Снимаем. Супер, супер. Все, колеса, масло заливаем в мост, дольем масло в мост, дольем и выезжаем.